Мир всем! Всем доброго воскресного дня! Пожалуй, это последнее, выезд, последнее наше, не то что путешествие, в общем, выезд специальный на природу. Поехали за грибами, опята посмотреть, но что-то опять как-то, не знаю, не нашли, еще посмотрим. Но мы помним, что тут место есть, и вот тут растет вот этот боярышник. Или боярышня, не знаю, как ее правильно называют. Полезная ягода, которая там для сердца полезная тоже. Вот. Она, правда, косточки имеет, но все равно с нее можно тоже что-то сделать или как минимум просто поесть. Особенно можно дать, ну, пожилым людям, у кого там сердце болеет. Я уж не знаю, насколько это поможет. Ну, хоть бы покушать, все равно она сладенькая. Она уже немножко сморщенная, по всей видимости, то ли морозец чуть-чуть, хотя вроде мороза-то не было. В общем, что-то ее уже прижало немножечко. Вот. Но слава богу, там было мало, потом там чуть-чуть подсобрал, раз смотрю, тут больше, тут еще больше. И прям на одном пятачке, на небольшом, несколько кустиков. Вот, очень радостно, что вот такая ягода растет здесь у нас. Потому что у нас росла ягода ближе, но из-за пожара, в общем, все сгорело. А здесь, слава богу, еще растет и плодоносит. Вот, так что мы наберем немножко. И главное, интересно, у нее шипы такие большие, прям колются так сильно, если так далеко на веточку. Берешь. Вот. Все это дары природы. Слава богу, что Господь дает возможность. Конечно, это не персики какие-то там, не урюк, не абрикос, в конце концов. Но это вот наш сибирский продукт. И, между прочим, есть такое, ну, как бы мнение, оно не пустое мнение, основанное на там каких-то, не знаю, доказательствах, что полезен продукт именно тот для человека. Вот в какой местности он живет, вот те продукты для него и полезны. Вот поэтому, основываясь на этом факте, мы собираем, значит, боярышник и будем его кушать. Так что всем желаю здоровья. Вот, и поддерживать свое здоровье такими природными препаратами, которые дает нам Господь. Вот, в данном случае такие вот вкусные ягодки полезные. И шиповник сюда тоже входит, потому что шиповник, он вообще очень полезный. Мы его тоже подсобрали, его тоже было в этом году весьма предостаточно. Ну что ж, все. Всем благополучия. Оставайтесь с Богом.